Всем привет! Сегодня у нас 22 марта 2020 года. И ровно 3 месяца назад мы начали делать ремонт в нашей квартире. И вот, наконец-то, все закончили. Мы этому безумно рады, очень ждали этого момента. И в ближайшее время планируем переезд. Я хочу поблагодарить строительную бригаду, которая делала нам ремонт. За то, что ребята отнеслись ответственно, и за то, что сделали все в срок, как и обещали. Потому что мы сейчас живем в арендованной квартире, и очень хотелось бы уже переехать в свое. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось после ремонта. А кому интересно, что было до ремонта, я оставлю ссылку, сможете посмотреть. Итак, вот наша первая комната. Вот такая она у нас получилась. Очень светлая. Лена у меня молодец. Она выбирала всю цветовую гамму в квартире. И очень получилось красиво. Вот такая комната у нас одна. Дальше коридор. Вот щиток. Ребята завтра придут, доделают. И еще повесят батарею. Вот такой коридор у нас получился. Тоже светленький. Спальня. Вот такая спальня у нас. Это уже мы завезли матрас, так как мы частично заказали мебель, и уже нужен был матрас. Вот такая спальня у нас. Светленькая. Вот так. Балкон. Вот такой балкон. Здесь я себе сделаю небольшое рабочее место. Вот такой балкончик. Аккуратненький. Наш вид. Сегодня в Киеве снег. Небольшой. Идемте дальше. Ванная. Здесь нам осталось еще поставить стиральную машинку и повесить зеркало. Бойлер все-таки на 50 литров. Так как на 80 не поместился. Ну, я думаю, что нам хватит и на 50. Будем экономней. Вот такая. Душ-кабинку мы не захотели ставить, нам не нравится. Определились на ванной. Вот такая ванная у нас. Комната. И кухня. И кухня. Я очень рад, что мы убрали этот балконный блок. Так кухня получается намного просторней. И вот такая кухня. Балкончик здесь тоже. Здесь поставим шкафчик такой небольшой. Кондиционер сверху будет. И вот такая у нас получается кухня. Скажу так, что мне еще не очень верится, что мы это закончили, потому что я периодически смотрю фотографии и видео квартиры до ремонта, и, ну, ужас, конечно. Поэтому, слава богу, мы это сделали. Мы заказали, как я уже сказал, частично мебель. Это кухня у нас будет.
Осталось купить холодильник, варочную панель и духовку уже купили. Мойка есть. Сегодня забрал фильтр для воды по кухне. Это пока у нас будет все. В коридоре мы заказали прихожую. В спальне заказано комод, кровать, прикроватные такие тумбочки небольшие. Здесь будет Анечкина кроватка. И заказали в эту комнату шкаф-купе. И все. Еще нам здесь останется диван, мы хотим угловой. И здесь такая небольшая легенькая стеночка с телевизором. Ну, стеночка и диван немножко позже, потому что, как оказалось, ремонт – это такая штука. Считали и рассчитывали на одни деньги, а оказалось все намного дороже и больше в сумме, потому что все дорого, и так как мы делаем для себя, не очень хотелось экономить и делать хотелось на совесть, чтобы оно было на какое-то время и не задумываться, что там где-то потечет или где-то что-то перегорит. Поэтому ремонт обошелся дорого, но дай бог, будем здоровы, все заработаем. Вот такие у нас новости. На этой неделе привезут и должны собрать мебель, а со следующей недели уже будем потихоньку перебираться на любимую нами Оболонь. Вот такие у нас новости, радостные для нас. Всем пока, удачи и до связи. Пока-пока.